Фаворитки императора Ханзея. У Ханзея была жена императрица Цунахимы, дочь Уяка но Омикугота. В союзе с ней родилось двое дочерей, принцесса Кайхимы и принцесса Цубурахимы. Также он состоял в союзе с Отохимы, младшей сестрой Цунахимы, то есть императрицы, своей первой жены. От императора Отохима родила принцессу Такарахима и принца Такабы.